Всем привет, всем здравствуйте. Сережа, моим зрителям приветики, пожалуйста. Всем привет. Серьезно, мужчин отвлекать не хочется. Едем к родителям. Сегодня суббота, не знаю, когда ролик выйдет. Сегодня родительская суббота, о которой мне как раз Серж и напомнил. Вот. Снимаю кусочки влога. Сейчас проведу эксперимент. На обратном пути Атоль. Попрошу довести меня до СД. Сейчас попрошу брата, а он мне скажет, а деньги есть, давайте посмотрим на эксперимент. Сергей Анатольевич, можно мне отель до СД довести? Довезу без проблем. Видал чудес. Какие чудеса камер творит. Спасибо, Сергей Анатольевич, я уж приготовилась. Так, ну что ж. О цене договоримся вне камеры. Ну ты хоть сейчас бы не говорил. Без проблем. Первое слово дороже второго. А то все, ну это будет стоить дороже. Так, в смысле сбил. А, у нас две разных деревни. В одной говорят отель, в другой отед. Атоль, не отедва. Да, все, откуда словечки такие? С детства мы вот так вот разговаривали. В одной петух, и не петух, не петух, а именно петух. В другой кочет. В одной надо поговорить, в другой надо покалякать. Так что, а, погутарить где-то еще? Или гутарить это... Гутарить это щукарь. С книги, да. Ты... Да. Дед Щукарь, любимый герой у Сергея. Вот, да, тут погутарить, а покалякать, поговорить. Так что мы уже заряжены оттуда. Знаете, как это все годами в детстве-то? Так что вот так вот. К мамочке с папочкой едем. Ну вот, побывали мы у родителей. Заехали в СДЭК, взяла посылочку от любимого Василька. Сегодня я снимать не буду. Сегодня я решила себе от работы и даже от съемок коротенький влог получится. Выпущу сделать выходной. Завтра от работы, потому что я сегодня уже побыла под мокрым дождем. У нас сегодня такой то ли дождь, то ли снег, не понять. Ну, все равно хорошая погода. Вот. И повяжу. Чуть-чуть повяжу. По шарфику был вопрос, сейчас мы его найдем. Так, а посылочку я отработаю завтра с утра. Причепурюсь и вперед. Фотоматериалы, видеоматериалы, монтаж, все как всегда. Так, тоже хочу такой шарф. Как начало вязать, не знаю. Что получилось, как у вас. Это Ксюша Блюме 5207. Девочки, если их что-то напутала, пардон. Так, телефон. Ага, умница. Не обращайте внимания на корявые петельки. Вяжу из распущенной пряжи. Выпрямится. Нет, так нет. Мне совершенно это не важно. Ксюша, смотрите. Набираете 5 петель. Кромочная и 3. Первый ряд, он же к нам изнаночный. Вяжете просто лицевые. О, это платочки здесь все лицевыми. Извиняйте. Значит, первый ряд просто вяжете без прибавок. Дальше, когда к вам уже лицом повернуто. Кромочная, прибавка любая. Хотите с дырочками накид, хотите от петельки от первой отщепните. Потом вяжете от последней тоже петельки прибавочка кромочная. Переворачиваете шарфик, вяжете ряд без прибавок. И так в каждом лицевом ряду вы слева и справа прибавляете. В изнаночном прибавки не делаете. Потихонечку, полигонечку петли прибавляются. До той поры, которая вам будет нужна. У меня 42 сантиметра, это в простом таком, да, только я могу кверх ногами. Я сидела там, когда укладывала сантиметровую ленту, 42 сантиметра. Можно было пораньше, вот такой вот шарфик, пожалуйста. То есть там, где мы решили, что хватит, мы начинаем уже вязать без прибавок. Так, и вопрос, сколько петель, кто бы их считал? Смотрите, кромочная, 12 платочки, 15 английской резинки, 12 платочки, 15 английской резинки, 12 платочки кромочная. Все. Посчитайте, пожалуйста. В английской резинке очень важно с лицевой начать, лицевой закончить. Или там изнаночная начать, изнаночная закончить. Если вдруг здесь получится четное, никому не скажете, никто не заметит. Но мне важно при всей своей любви к асимметрии здесь соблюдать именно симметрию. Я с лицевой начинала, лицевой закончила. Спицы. Четверка. Пряжа распущенная. Одна ниточка шерсти. Одна ниточка. Одна ниточка махера. Чудесный. Колются ли пайетки? Да, покалывают. Но я обожаю зимой вот это покалывание. Оно отвлекает от мороза, делает массаж. У меня все устраивает. Абсолютно все меня устраивает. Такой будет снежный комплект.
S маленькое, N большое. Снежный комплект. Так, закончилась моя переделка. Очень рада. Ну, вот тут, наверное, видно, где полотно ровненькое, много лет ему. И вот тут начинается корявость. Пару стирок, и все будет сравняется. Я не только нарастила длину. Это было не столь важно, сколько... Вот если увидеть полотно, надвязанное не резинку, а именно глади. Впереди это вот боковушка, шовчик. И на спинке. Здесь гораздо больше к серединке, потому что было несколько укороченных рядов. Мне нужно было спинку немножко подувеличить, чтобы она не подскакивала. Теперь идеально... А вот хорошо видно разницу. Теперь идеально. Пройдут все праздники, постираю. И у меня будет совершенно готовая вещь. Вот я люблю так держать в шкафчике вещи, которые носятся, а не вещи, которые под вопросом. Девочки, прилетел комментарий. Ой, темно, ну надеюсь, будет видно. Как поживает толстяночка, где вы стволики перевили? Нормально она поживает. Когда-то это был отросток из трех веточек, да? Вот, одну я ветку убрала и посадила, она самостоятельно растет, а две оставшиеся я в качестве эксперимента, но увидела, что ивы переплетают, и я переплела. Еще здесь все-таки, так как нам подлезть, ниточку, вот видно, еще здесь ниткой связано. Здесь очень просторно. Я проверяю, как там вообще это все очень просторно. Но скоро я уберу. Ближе к Новому году я уберу, потому что они уже как бы поняли, куда и что. Буду ли я дальше перевивать? Ну, видите, мне для этого нужен свободный стволик. А листья как раз на макушке. Посмотрите, как красиво смотрятся листочки. И у одной, и у второй веточки я листики... Ну, как это? Отвернула, вывернула, убрала, выкрутила, во, выкрутила. И здесь и в одном стволике, видите, идет две веточки, и во втором стволике тоже две веточки. Вот здесь вот, наверное, видно. Прелесть прелестная. Получается, оно маленькое, конечно, но оно красивенькое. Его скоро надо будет пересаживать. Вот, хорошо видно перевитие. Его скоро надо будет пересаживать, а я что-то пока как-то не решусь. Уж очень такая хорошая гармония горшочка вот этого, не покрытый глазурью, и самого цветочка. Но пересаживать, конечно, нужно. И кто мне боялся, что боится выкручивать листочки? Девочки, занялись цветоводством, нужно формировать толстянку. Пойдет у вас вместо одного стволика две. Боитесь не выкручивать, а что бояться? Вы знаете, какую силу придают? Как-то сразу ствол становится, видите, настоящим таким. Не вот зелененьким, молоденьким, а вот такой чешуйчатым. Поздно мне пришел комментарий. Я уже просто вот световой день закончился, вечер. Так, ну, насчет ствола ответила. Хотела найти хоть один отросточек, у которых... Я еще не отвинтила. Вот здесь было просто два листика, да? Выкручивать. Кто говорит по часовой, кто против? Я никогда в это не верю. Как открутится, так открутится. Отщипните, хотите. Вот. Вот такие молоденькие два листочка. Если отщипнуть, то получается, видите, разветвление. И ствол становится мощнее. Посмотрите, какая рассада. Вот посмотрите, какие отростки. Это просто. Вот он немножко наклонился к окну. Я сейчас поставлю так, чтобы окно было здесь. Но это мощь, это краса. Я не знаю, что... И вот в своей шапочке, когда голова начинает нарастать, да, чтобы не упасть, я палочки ставлю. Но сейчас спокойно уже и без палочек. Именно этот отросток, он спокойненько выживет. Так, одну палочку выкинула. Сейчас вторую выкину. Ну, это прям мощь. Не отросток, а красавец. Красавец. Так что не надо ничего бояться. Я все жду, когда нижние листья желтеть, отпадать начнут. Нет. Это просто вот, ну я не знаю, моща. По-другому не скажешь. Красота. Маленечко помогла я палочками. Месяца на полтора-два я не замечаю. И все. Головушку держать научился.
Не у всех цветочков. Иногда прям он прям сразу такой вот мощный, крепкий. А иногда формирование вот этой вот макушки как-то начинает, чувствую наклон. Я помогла. А сейчас все вот так вот поставлю к окну и буду переворачивать. Не бойтесь, девочки, все надо делать смелее. Вы же ничего не делаете, вы формируете. Пошло, пошло, пошло. Деревце, ствол сейчас здесь зелененький, молоденький, тоже будет наращивать чешуйки и так далее. Красота, не успеем оглянуться, будет красота. Тоже уже пересаживать, конечно, надо. А я все забавляюсь. Так как на улице мокрый снег, я пойду гулять без телефона. Не буду портить технику. Поэтому, завершая свой коротенький вложик, я говорю всем огромное спасибо за внимание. Желаю всего самого-самого доброго. И в конце ставлю наш вчерашний, вечершний снежок. Порхал, порхал. И завтра, скорее всего, тоже завтра опять минус. Вот. А сегодня как-то все тает, слякотно. Кадры вчерашней своей прогулки. А сейчас я пойду просто налегке, что называется. Ну а завтра вновь за работу. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель, и до новых встреч, Аня. Обязательно будут. Ого! Здравствуй, зимушка, зима. Ты что-то рановато. Но проходи, проходи. Раз так хочется к нам в гости, мы тебе рады. Ого! Ого! Через 5 минут уже как все сильно изменилось. Еще вроде совсем недавно на темном асфальте мы с вами желтенькие листики наблюдали. Говорили, что это черный твит с желтыми крапушками. А видите, белый твит. А белый твит вообще бывает? Конечно. Вот. В общем, зимушка, зима на носу у нас. Вы представляете, в конце прошлого... Так, как пойти-то нам с вами? Как пойти? Как пойти? В конце прошлого зимнего сезона по вашей рекомендации купила антискользяшки на обувь. И так я их прибрала. Это уже дело было к весне. Я даже не распаковывала. В общем, так я их круто прибрала. Ой, даже снег немножко хрустит. Что не знаю, где они. Со мной такое редко бывает. Видать, придется еще покупать. Кстати, упражнения не забыли. Трактор мы делаем. Ногу ставим раз. Ногу ставим два. И вот так пошли, 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 почапали. Ой, что-то я участок не тот взяла. Здесь тот уже прошелся. И вот, пожалуйста, трактор проехал. Трактор Танька.